Итак, мы помыли голову, расчесали красиво волосы. И теперь приступим к стрижке. В данной стрижке я буду оставлять абсолютно всю длину сзади, немножко укорачивать боковые части. Поэтому я буду начинать с височных частей и уходить на конус к затылочной части. Срезать я буду височные части скользящим срезом. То есть волосы разделяются по центру головы и уходят в боковые. То есть вот наша затылочная длина. Теперь мы переходим к верхней линии.